Голосовать легко – это один из основных слоганов президентской избирательной кампании. Процесс подготовки к выборам выходит на финишную прямую. 8 человек претендуют на высший государственный пост. Выборы 2018 отличаются от всех остальных. Нововведением станет высокая технологичность. Мои коллеги побывали на краткосрочных курсах по обучению операторов, которым предстоит работать с новой моделью комплекса обработки избирательных бюллетеней. Это аппарат для счета голосов на будущих выборах. Бюллетени проходят через КАИП. Здесь на панели они считываются, записываются на флешку. Это КАИП-2017. Отличается от своих предшественников новыми возможностями обеспечения безопасности. В Чебоксарах на 125 участках будет использоваться именно такой комплекс обработки избирательных бюллетеней. В день голосования, 18 марта, протоколы, в которых будут отражены результаты подсчета голосов, станут распечатываться уже с QR-кодом. Кроме самой функции сканера, здесь добавилась встроенная программа по проверке контрольных соотношений и распечатыванию протокола участковой избирательной комиссии с QR-кодом. Используются специально изготовленные бюллетени. Они имеют, в отличие от всех остальных бюллетеней, вот эту рамку, на которой кодируется уровень выборов. Используются специальные прямоугольные печати для участковых избирательных комиссий, не круглые, а специальные для бюллетеней. Одного дня достаточно для обучения операторов КАИП-2017. На каждой участковой комиссии специалистов должно быть не менее двух. В день голосования до начала работы оператор должен проверить новую технику и распечатать протокол тестирования. Кроме этого, все избирательные комиссии, на которых зарегистрировано более 1000 человек, будут оснащены видеокамерами, по которым можно проследить процесс получения бюллетеня избирателями, увидеть ящик для голосования и в режиме реального времени посмотреть, как происходит подсчет голосов. Новые технологии – это, конечно, хорошо, но важен и человеческий ресурс. На всех избирательных участках будут работать общественные наблюдатели. Сейчас их подготовкой занимается Центральная избирательная комиссия Чувашии совместно с Общественной палатой. Наша главная задача – провести не просто провести выборы с высокой активностью, но провести их максимально открыто, законно, как сейчас говорят, легитимно, для того, чтобы потом ни у кого, ни внутри республики, ни за ее пределами не возникало вопросов по поводу объективности полученных нашей республики результатов. Именно эти выборы, на мой взгляд, действительно, они намного открытие, намного прозрачнее, и количество нарушений меньше, чем бывает обычно. Это связано с тем, что, ну, во-первых, это особенные выборы, во-вторых, очень большой контроль за всем процессом со стороны и правоохранительных органов, и общественности. Все наши наблюдатели знают, кто из участковой избирательной комиссии должен заполнить протокол, кто должен делать объявление, кто должен реагировать как в случае различных обстоятельств. Все новеллы избирательного законодательства имеют одну конкретную цель – сделать выборы максимально открытыми и прозрачными.